Роман займається велоспортом близько 7 років. Згадує, розпочинав з любительських поїздок на роботу, а згодом просте захоплення переросло в улюблене хобі. Тепер же чоловік – переможець багатьох змагань, а нещодавно здобув перемогу на всеукраїнському чемпіонаті «Мастерс». Радость, конечно, была, я не буду скрывать, это действительно это очень большое достижение, когда среди нашей большой Украины именно ты побеждаешь в таких престижных соревнованиях. Но не скажу, что я не чувствовал, что я к этому не готов. Когда я подходил к соревнованиям, я приложил очень много усилий, полгода я целенаправленно готовился только под эту гонку, ежедневно. Каждодневные подъемы в 6 часов утра, ежедневные тренировки. Поэтому это, в принципе, было очень закономерно, скажем так. Но я очень рад. Та попри значні досягнення у велоспорті, чемпіон акцентує увагу на проблемах, що переслідують кожного велосипедиста. Каже, досить часто водії не звертають увагу на тих, хто пересувається на двох колесах. Від цього травми, а іноді навіть летальний кінець. Понятно, что инфраструктура у нас в целом в Украине велосипедная, она очень слабо развита, и поэтому, когда ты попадаешь на дороги общего пользования, то многие водители воспринимают, скажем, как тебя как какой-то артефакт на дорогах, как человека, которого здесь не должен находиться, соответственно, реакция. Проблеми спіткають не лише пересічних велолюбителів, а й спортсменів-аматорів. Роман каже, міська влада майже не звертає на них уваги. Через це відсутність велозмагань та низький рівень розвитку велоспорту в регіоні. Нам очень редко оказывают помощь, то есть редко организовывают какие-то соревнования. Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе было больше соревнований, больше состязаний, больше турниров, больше возможностей как-то молодежи себя проявить на разном уровне. Та не дивлячись на всі проблеми, спортсмен не збирається зупинятися на досягнутих результатах. А велосипедистам-початківцям може порадити лише одне – любити те, чим займаються. Наголошує, без любові до своєї справи нічого не вийде. Катерина Нічик, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».